Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и с нами бумажные герои. Книга демонов еще не дочитана, я даже больше скажу, еще совсем не серединка. Я тут без вас нечаянно один уровень пробежал, все потому что запись не нажал. Ну ничего страшного не было, кроме подгоревших некоторых частей моего тела, и все. Нашел кое-какие карты, вот, например, шторм клинков, он у меня сейчас стоит. И что еще? Что еще? Ну, собственно, и, наверное, все. Несколько рун. Я вот даже не знаю, может быть... Ну, зарядить мы однозначно сделаем зарядить, хотя я трачу сумасшедшие деньги на зарядку этой карты, но оно иногда оправдывается. Иногда можно спасти жизнь все-таки, улучшить карту. Зелье маны, зелье панацеи улучшить. Но нет. Доспех жизни... Шанс выпадения сердечек после получения 50%. Доспех жизни. Может попробовать его улучшить? Мне требуется руна смерти, а чтобы сотворить руну смерти, мне... что нужно? Руна смерти. Мне нужно слить две руны луны. Ну просто ради эксперимента, почему нет? Слияние. И получилась руна смерти. Вот как. Поскольку у меня сейчас есть руна смерти, то я могу улучшить карту доспех жизни. И у меня будет выпадать больше сердечек. А это мне нужно? Ну, может быть и нужно. Всего лишь руна солнца. Кто бы успевал только собирать эти сердечки? Давай улучшим. Как все очень серьезно. Как все очень серьезно. Доспех жизни. Он даже визуально, насколько я понимаю, улучшается. Доспех жизни волка второго уровня. Ладно, закрываем это все дело. И отправляемся в подземелье. Вот, до повара еще немножко. Вот этот уровень я пробежал, косточки скелетов лежат. И вот следующий уровень, здесь нам встретится ледяной стрелок. Все старые лица. Скелет храмовника, скелет маг, летающий свин, горгулья, молотобоец, ну и конечно же убер-горгулья. Кстати, вот эти убер-горгулья и ледяной стрелок я первый раз повстречал на этом подземелье. Ну, я не знаю, убер-горгулья, в принципе, не доставила особых проблем. У нее такой взрыв по площади. А вот ледяной стрелок, конечно, гад. Стреляет, замораживает, конечно, гад. В общем, что там говорить. Глубина, прогресс игры 21%. Ну, еще не серединка. Еще не серединка. Пошли искать горгулей. Ой, не люблю я вот это закрытое пространство. Сейчас выходишь и сразу... В тебя что-нибудь прилетит. Летающий свин, например. Летающий свин. Вот так, да? Вот так вот. Прям сдалека начинаем наколдовывать. Сердце вылетает, мы сердце собираем. Давай в эту сторону пойдем. Самые мирные создания. Ну ладно, тонкий Джо. Тонкий Джо. Ничего себе прилетело мне от тонкого Джо. Ах, вот он, тонкий Джо. Огненный. Ну ничего, расправимся, я думаю. Только вот с этой горгульей надо справиться. И будет все замечательно. Сердечки, которые выпадают, собираем. Тонкий Джо. Заморозка, да? Ледяной. Можно, конечно, топор выставить, но не будем тратить время. Он так и так неплохо поддается-то. Ну что, что сейчас? Паучат выпустил. Паучат. А их, если не убрать, до него не доберешься. Без паутины, конечно же, тоже никуда. Блин. Алло, их много. Маленьких паучат. Отравил, гад. Отравил.
Так, секунду. Тебя еще здесь не хватало. Зачем я к тебе подошел? Давай быстрее заканчивать с пауком. Все, рассыпался. На ошметочки. Маленькие паучьи лапки отлетели у него. Что это такое? Ботинки. Защищает от негативных эффектов на земле. Наверное, полезнейшая карта, но я, честно слово, какие негативные эффекты на земле? Это что? Это огонь имеется в виду? Ну ничего, может быть, еще познакомимся с этими негативными эффектами на земле. Хлоп. О, какой разлом. Разломище какой огромный. Тихо. Шамана в первую очередь. Вот скелет. Вот этот противный замораживающий скелет. Но, в принципе, не так уж. Да, сердечко выпало, нужно собрать. Не так уж и страшно, если он одинокий. Тихо, убрать. Не колдуй, не стоит, не надо. Брось это дело, брось этим заниматься. Горгулья, вот моя дорогая каменная ты. Подожгла. Бабах. Стой, огонь. Лепестки пламени. Чпунь. Стоит вот эта огромная горгулья. Может быть, лучше с той стороны пройти. Давай, наверное, я обойду ее. Давай-ка я обойду. Щит. Надо щит как-то, наверное, все-таки улучшить. И здесь тоже их не меньше. Смотри, сколько здесь стоит. Их очень много даже стоит. Сердечки собираем. Сердечки. Держи. Бомс. Отлично. Свинка. И еще одна горгуша. Назад. Готово. Ну все здесь делать, в принципе, больше делать нечего. Скоро повар будет. Посмотреть бы на него, и правда. Такая тоскливая мелодия. Хочется сесть и плакать. Ну нет, надо спасать бумажную вселенную. Пропадет она без меня. Нашли. Рунку. Так. Отменить срочным образом. Ой-ой-ой, скелет. Смотри, сколько у нас рассыпалось сердечек. Ну как так? Давай скелета этого прихлопнем. Не успел. Или успел? Нет, успел. Успел. Сердечки собирай. Умирать нам нельзя. Шамана убить. Скелетов разобрать. Я даже не знаю, какие они мне проблемы доставляют. Особо никаких. Благословен будет час руна луны. Руна луны. Так. Тихо. Вот это не надо. Вот это брось. Не успел. И ты тоже, да? И ты туда же. Шамана в первую очередь. Сердечко собрать. Это собрать. Вот этого парня отлупить. Готов. Мозги жарит, варит кровь. Жуткий взгляд сведет с ума. Адской двери смотрит сквозь. Мастер жадный, словно тьма. Под землей без солнца света. Делу повара конца и нету. Без некриков быстро на руку. Зверь столь утонченным вкусом. Режет, рубит, не щадя костей.
кишок, будь то хрящик или чей жирок, кусочка плоти не теряет где-то, делу повара конца и нету. Хороший новогодний стишок. Мои уши глухи к нечестивой поэзии. Глухи. Раз. Два. Повар. Это он, получается, что? На этом уровне будет этот повар, что ли, или что? Он меня уже ждет? Если он меня ждет, это нехорошо. Я, как всегда, не готов к его встрече. К встрече с ним. Подожди, что здесь осталось? Статуя, бочка, бочка. Где это все? Статуя, бочка, бочка. Это где-то там. Слушай, ну, у меня зелье здоровья заряжено. Пойду посмотрю на этого повара. На этого повара. Или нет, это просто, наверное, может быть, как, знаешь, памятник ему. Или, может быть, и нет. Не знаю, в общем. Да нет, похоже, я сейчас драться с ним буду. Повар. Конечно, огонь. Портал. Нет. Грязная магия. Это должно быть какой-то портал в логово правителя этого подземелья. Ну что? Ну что? Щит, амулет маны. Щит. Нужен ли щит? Может быть, знаешь, что поставить? Может быть, амулет жизни поставить? А? Я просто не знаю, что от него ждать. Амулет жизни, да? Может быть, если там будут лучники? Ну ладно, что? Что? Настоящие герои идут, сломя голову, спускаются ниже. Спуск глубже. Какие-то штучки. Аватар Кар-Кар. Окей. Содержимое котелка нет. Разблокировать ячейку карты нет. Улучшить карты. Не сейчас. Ориентировочное время прохождения пишутся 13:20. Задание повар. Ну, начать. Ужас. Надеюсь, мы готовы к этому. По ком звонит колокол? Просто нужно разделать тебя, и вуаля, приключенец дня. Мастер оценит. Дадах. Пути отступления отрезаны. Колдовство. Мерзость испугана, но простые двери не защитят ее. Я должен найти ключ. О! Постой. Сердечки, сердечки, собираем сердечки. Это получается, с каждой бочки будет кто-нибудь выскакивать обязательно, что ли? Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Лучники. Так, эту бочку не трогай. Опля. Сердце упало. Подобрать. А откуда выпадет ключ? Ой, ключ. Отравленные мины какие-то. Из какой-нибудь бочки. Вот он, ключ. Вот тебе и пожалуйста. Но эту бочку я тоже открою.
ради опыта. Ради оттягивания времени. Не очень мне хочется встречаться с этим поваренком. Тихо. Шпунь, все, готов. Готов, красавчик. Ну что, следующие апартаменты нас ждут. Давай по одной. Это что? Нажал одну. Что за фокусы? Появилось три. Ги-ги-ги. Сейчас ты досмеешься. Спокойно. Сердечки собираем. Это все тоже кучки. Кучки золота. Паучата. Маленькие, мелкие, противные паучата. Ключ. Мы все ближе, повар. Готовься. Мы идем к тебе. А он уже, наверное, готовится вовсю. Тихо. Чпунь. Тихо. На, получи. Рассыпалась. Ай-яй-яй, мелочь противная. Да ну ладно, смотри, как они множатся-то, горгульи. На. Сердце собираем. Это наша жизнь. Так, ну пошли дальше. А как, почему ничего нет? Проход открыт, что ли? Открыт, смотри-ка. Открыт. Котел стоит. А где сам хозяин? Нет, ну, наверное, знаешь, что бочки лучше бы все, наверное, тоже раскрыть, потому что мало ли что. Дополнительные враги, дополнительные неприятности мне особо не нужны. А, ну я здесь должен еще найти, да? Угу. Ключ. Повар, бочка. Ну понятно, без повара мы никуда ключ нашел. Так, ты пока подожди, повар. Все, со скелетами разберемся. Здоровье. Ай-яй-яй. Тихо. Готов. Что за бочка? Вот, то есть вот этот вот котел. Его надо или не надо? Надо, не надо, но мы все равно попробуем, что же делать, да? Лучники. Слушай, но я не заметил, что сколько бы у меня уменьшилось здоровье вот до критичного состояния. Может быть, действительно, амулет жизни работает, а помогает мне. Остался один повар и неизвестная награда. Нет необходимости пить, я в порядке. А-а-а. То есть, значит, сюда нужно будет возвращаться и что-то глотать. Для каких-то целей. Может быть, когда он меня будет отравливать, или чей, что за мерзкий запах. Мне что отвратительно должно быть рядом. Что, рад меня видеть? Начинается. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Не так быстро. А назад? Смотри, сколько много этих крокозябрак. Назад. Я отравлен. Я заглазирую тебя в крови. Хорошее блюдо.
Слушай, ну ты, может, отойдешь, а? Может, ты отойдешь? В самом-то деле, как я пройду через тебя? Ой, ай, ай, ай. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, а, уйду-ка я лучше, наверное. Вот сюда. Ты вот так можешь, да? Заблокирован, да? Ну ничего, пробьем, пробьем, пробьем. Наколдовывает что-то. Это что? Просто преграда, просто преграда. Ничего страшного. Какой замечательный повар. Ледяное сердце. Унь, 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 унь. Это уже полдник, я только что позавтракал. Слушай, ну я не знаю. Это, верно, какой-то... Не знаю, не сильно проблемный это повар. Может быть... Может, да, как-то я могу... повысить его сложность с помощью ключей, и тогда будет намного веселей. Ну подожди, кто его знает, какие сюрпризы он там приготовил, этот повар. Время обеда. Время обеда. Да-дах. 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 Ну все, ой-ой-ой, пришел повару. Я оставил включенную плиту. Морковок сколько с него посыпалось, а? Сколько посыпалось с него морковок. А вместе с морковками кучки золота и всего остального. Адская кухня, достижение. Ну, это какая-то серьезная карта. Легендарная карта. Найдена легендарная карта, старейшина может определить ее для тебя, но не бесплатно, конечно же. Золото. Все, все, что мы любим. Слушай, а там же кто-то стоит, ждет меня. Здесь я видел, тоже какой-то враг был. Вот, конечно. Спокойно, 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 спокойно. Не все сразу. Отменить, отменить. Готов. Готов. Сердце, сердце лежит. Одно, но мое. О, сколько здесь осталось-то? Паучат. Нет, здесь бы мне, наверное, бы сложнее было бы драться с пауком, если бы я здесь остался-то. Да уйди ты, мелочь, растопчи его. Все. Летающий свин, арахнид, спрятался. Кирет. Арахнид. Что еще осталось? Летающий свин. Ну давай еще и его тоже. Уровень защищен. Вот и нет поваренка, да? Катакомбы. О, праздник! Праздник в деревне нашей все ликуют. Какое счастье!
У тебя получилось обхитрить демона-людоеда. Это потрясающая новость. Это значит, что ты можешь победить их всех, и у нас и все еще есть надежда. Но все же, как говорил мне старейшина, когда дело доходит до демонов и им подобных, смерть — понятие весьма расплывчатое. Их жизненная эссенция не похожа на нашу, и иногда они могут обмануть смерть, укрывшись в тенях. Помни, что зло может быть столь же упорным, как и ты. Я не могу сказать, откуда я это знаю, но существуют волшебные ключи, которые заставляют демонов вновь явиться во плоти. Если ты найдешь такие ключи, ты сможешь снова сразиться и с ним снова, и, возможно, даже уничтожить их навсегда. Звучит странно, я понимаю, я не специалист по волшебным ключам, я всего лишь продаю их. Золотой ключик 25к. Вот же бизнесмены. А, надо будет разобраться, как это я могу делать. Определение карт. Конечно, определить карту легендарную за 1000. Легендарная экипировка. Теперь у тебя будет что повесить за камином. Над камином, конечно. Кровавые латы первого уровня. Артефакт легендарнейший. Шанс получения после... Так, а шанс попадания 40%. Повышенный шанс уклониться от атак пауков. Критические удары увеличивают количество выпадающих сердечек. Ячейку разблокируем. Или пока нет. Легендарный. Давай поставим легендарный. Или нет? Давай поставим. А чтобы его улучшить, у меня все есть. Кровавые латы. Улучшить за 5000. Да нет, наверное, не надо закрыть пока. Пока что нет. Старейшина. Нет. Улучшить карту пока что нет. Так, давай подземелье. Задание повар. Каким образом я могу использовать ключи? Ну ладно, не знаю. Спуститься ниже. Достижение «Бегущий в лабиринте». Окей. Не сейчас. Большой. Получено достижение «Путешественник». Слушай, ну может быть сейчас, наверное. Но это, смотри, 44 минуты, что ли, на прохождение всего этого подземелья. Это достаточно много. Громила, несколько выживших, прогресс. Все-таки... Золотой ключ. Ключ. Золотые ключи. У меня два. Как использовать золотые ключи? Я так понимаю, что я еще как-то могу пройти уровень с поваром, да? Задание повар. Задание мастера. Играть на сложности кошмар. Рекомендуемый уровень для прохождения 20. Вот как. А у я какой? А я уровень 11. Но я думаю, что не стоит пока соваться, правильно?
У тебя есть ключ, можно выполнить задание на высокой сложности. Можно, но, блин, кошмар. Прохождение 20 уровень. Нужно немножко подождать. Все-таки игрушка рекомендует, не зря же. Давай хотя бы докачаемся, не знаю, до 18-го. До 17-го хотя бы. А потом уже и вызовем. Да? Наверное. Маленький, средний, большущий. Начать игру. Твое мнение очень важно для нас. Что ты думаешь? Мне нравится. Вот что я думаю. Мы рады, что ты наслаждаешься. Посмотри, как ты можешь помочь. Слушай, давай-ка пока это не будем делать. Пока неизвестный враг меня ждет. Несколько выживших, несколько выживших. Может быть, пробежаться быстренько один какой-нибудь уровень. Давай попробую. Прогресс игры 26%, глубина 300 метров. Здесь много новых врагов, много новеньких. Но ничего страшного. Давай. И это что, бумажные копья летят в меня? Подожди, я уже готов уйти. Я уже быстро готов уйти. Призраки могут проходить сквозь стены и другие объекты. Они могут появиться из трупов убитых тобой врагов. Призраки — это создание холода. Берегись. Топор, иди ко мне. Топор, топор, иди ко мне срочным образом. Давай пока заменю. Сердечки. Сатиры — хаотичные создания и имеют случайное количество очков жизни. Сатиры исцеляются, когда они блеют. Поэтому лучше не отступать. Слушай. Сортиры эти. Дай-ка куда-нибудь пройти. Ну зачем ты опять выходишь, а? Заходи назад. Сатиры. Вот тебе, пожалуйста. И уровень. Уровень повышен. Кто это бросает в меня? Копья. Вот кто. Блеют. Собрали. Давай, создание холода, иди ко мне. Все горит прям, все горит. Случайное количество сердец имеет, да? Поэтому вот и происходит такая, ну, в общем, перетасовочка сердец. Ой-ой-ой, сколько много призраков. Подождите, подождите, подождите. Не так быстро выбивайте с меня сердца, вы что? Заморозило. Ну и ладно. Все собрали. Сердечки подобрали. Что это? Какая-то неопределенная карта. Снова тратить деньги. Готовы, да? Сундучок сверкает во тьме. Брюс, стальной зверь. Тихо, 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 Брюс, не так сильно разгоняйся, это Брюсик. Что ты нам приготовил? Ой-ой-ой, сколько много сердец у него. Слушай, это я буду его пинать очень долго, этого Брюса. Долговато, побегаем мы с тобой, Брюсик, я чувствую. Отменить не надо, нам еще какого-нибудь колдовства с твоей стороны. Нам и скелетов хватает. Спокойно. Тихо-тихо-тихо, Брюс. Не шути так.
Спокойно. А, все. Следующий уровень. Звездочки, лови нас, оглушили. Быстрее. Ай, больно, что ты делаешь? Новая история в городе. А что у меня... Что у меня с картами? Почему они в таком бардаке, я не пойму. Что происходит? Почему так? Что случилось? Я не могу ими пользоваться, что ли? Карта открепилась? Как это? Как это так, карта открепилась? Что происходит? Это после удара, что ли? После чего карта открепилась-то? Надо прикрепить карты. Карта открепилась. Надо же. Мелочь, а прикольно. Стоять. 5 секунд. Продолжаю, чуть отвлекся. Ну, собственно, наверное, недолго осталось продолжать. Книжный стеллаж осталось найти. И можно сказать, что... Все. Чпунь. Так, здоровяк, давай с тобой. Или нет? Блин, надо отойти. Надо, наверное, лучше отойти. Сердечки. Бочки. Все собрать. Деньги нужны просто как никогда. А их почему-то мало, их не хватает. Их катастрофически не хватает. И что осталось? Книжный стеллаж, бочка. А где книжный стеллаж? Что я прозевал-то? Где он был? А, где-то в этой стороне. Вот он. В пылу боя просто, наверное, не заметил его. Руна солнца. Уровень зачищен. Подожди, ну, в принципе, мы можем покинуть. А вот дальше... Не, ну, глубина, смотри-ка, приличная. До антипапы еще очень далеко, а до нашего архидемона еще больше. Пускай пока погреется в своем аду, мы обязательно до него доберемся. Здесь уже нас ждут и неизвестные враги. Но ничего, познакомимся. Может быть, назад в город? Назад в город, и, наверное, я скажу спасибо, что смотрели меня, и пока-пока, до новых встреч. До новых встреч в нашей бумажной вселенной. 12 уровня. Быстрее хочу стать 20 и отправиться снова к поваренку. Ну, пока-пока, до новых встреч.